Наверняка многие из вас, покупая вещи с рук в интернете, задумывались. Ведь эта вещь могла быть краденой, и из-за нее мог кто-нибудь пострадать или даже умереть. Я уверен, многие слышали о таких случаях, когда человек лишался жизни из-за небольшой суммы в кошельке. Но как же опознать краденую вещь? На мой взгляд, чаще всего крадут именно сотовые телефоны. Мы стали искать на Авито подозрительные объявления, отталкиваясь от предлагаемой цены, полноты комплектации и реальной стоимости телефона. Среди многих объявлений мы нашли одно, самое подозрительное. Нас зацепила низкая цена и большое количество объявлений у этого продавца. Чтобы наши сомнения оправдались, мы ему позвонили. Алло, здравствуйте. Да, добрый день. Я звоню по поводу телефончика на Авито, Lenovo. Скажите, а почему цена у него такая низкая? Да, личные проблемы. Не хочу посвящать, деньги, короче, нужны. Ага, понятно. Так, а как у него с комплектацией? Документы, чек? Да, нет, только зарядник. Так, а фотографии это его на сайте? Да, фотка его. А если не секрет, телефон, то это у вас откуда? Телефон, да, подарили на день рождения. Подарили? И уже продаете? Ну, я же говорю, проблемы. Ну ладно, я как надумаю, я вам перезвоню, хорошо? Да, хорошо, жду. Этот звонок оправдал наши подозрения, и мы перешли к делу. Алло, алло, здравствуйте, я вам звоню по поводу телефона Lenovo. Он еще продается? Да, продается еще. Скажите, почему такая цена низкая? Там царапинку видели, наверное, на фотографиях. Сзади, там, ну, динамика небольшая. Нет, не заметила. Хорошо, комплектация у него будет полная? Нет, я из другого города, телефон, подогнали пацаны на день рождения. Поэтому у меня документы все там, зарядник есть. Хорошо, я бы хотела посмотреть телефон. Вам удобно в 4? Mm-hmm. Я могу подъехать на любой адрес. 4 вполне. Давайте подъезжайте тогда на... Там. Видите, там аптека есть, магазин. И сим-карту сможете вставить? Ну, чтобы вдруг звонки не работают, надо же проверить. Сим-карта нам нужна была для того, чтобы проверить по базе МВД, числится ли этот телефон в списке краденных. Нет, все, конечно, работает, все сделаем. Мы решили устроить ему двойную игру, звоня якобы от имени владельца телефона, подталкивая его к сомнениям. Алло. Алло, молодой человек. Я тут тебе по поводу телефончика звонил, Lenovo. Да. Ты где взял его? Я сейчас не могу говорить, немножко занят. Не, ну ты мне скажи, ты меня послушай сейчас. Ты мне просто ответь на вопрос, ты взял ты его где? Давай перезвоню через 5 минут. Не, погоди. Ты в курсе то, что телефончик-то этот отслеживается? Алло. Алло, здравствуйте. Я уже подъехала, стою у магазина «Просвет». Хорошо, ну сейчас я уже тоже подхожу. Хорошо, я жду. Здравствуйте. По поводу телефона, да? Это вы, да? Да, да. Да, хорошо. Можно? Хорошо, как просили. Ага. Легкий такой, непривычно держать. Итак, что можете сказать про версию андроида? Нормальный. Какая версия? Ну, там последняя вроде. 7 или 8, точно. Ага, даже так. Алло. Алло, молодой человек. Я тут звонил тебе по поводу телефончика Lenovo. Я хочу вот узнать, где ты взял его? Я говорил. В смысле ты вроде говорил. Мне кажется, что ты врешь мне. Вот что я тебе хочу сказать. Мне сейчас немножко некогда разговаривать. В смысле ты? Погоди. А? Ты меня послушай, ты знаешь то, что телефончик-то этот отслеживает? Я знаю, где ты сейчас находишься. Аккумулятор как долго держит? День, вполне нормально, полтора. Так, ладно. И еще вот вопрос насчет прошивки. Я тут смотрю, тут написана версия, а когда обновлялась, не написано. Так он новый, абсолютно. Он еще не обновлялся. Не надо ему этого. Ну что? Сейчас я подумаю быстренько еще. Так. Алло.
Алло, парень, ты что сбрасываешь-то? Ты адекватный вообще, нет? Мне некогда. Ты с кем разговариваешь-то? Ты знаешь, с кем ты разговариваешь? В общем, смотри, я сейчас знаю, где ты находишься. Ты кто такой? Ты сейчас на Татищево, 58 находишься, я знаю. Мы сейчас к тебе подъедем, мы уже подъезжаем, иди с рядом. И что теперь? То, что мы сейчас через минуту подъедем. Я тебе говорил, что телефон отслеживается, он не твой. Мы сейчас к тебе подойдем, и ты с нами сейчас нормально поговоришь, и ты узнаешь, кто я. Окей? Мы уже здесь рядом, в общем. Ну что, решили? Сейчас я пробный звоночек сделаю. Алло, Виктор Васильевич? Телефон? Да, краденый, я проверила. Я держу его, подождите. Телефон. Сейчас с вами поговорят. Какой Виктор Васильевич? Подожди секунду, иди сюда. Мы ждали совершенно другой реакции от него, но так как телефон оказался у нас, и он числился в списке МВД как краденый, то мы сочли правильным сдать его в полицию как найденный. Ах, чуваки, если вы бы знали, как мне туда неохота идти. Здрасте. А заявление о находках у вас ведь пишется? По факту чего? О находках. Что нашли? Нашел телефон. Телефон нашли? Да. Что, так какой модели? Этот Lenovo.